Усталые, счастливые, мы и не подозревали, что уже как 2 часа началась война, что на наш город уже падают бомбы. Прабабушка восьмиклассницы Елизаветы Когиновой Александра Фаер прошла блокадный Ленинград. Голод, постоянные бомбежки. Несмотря на это, Александра Фаер тогда совершала свой трудовой подвиг. Вместе с другими жителями города рыла окопы и противотанковые рвы. Эту историю Елизавета рассказала школьникам. Это были чтения, посвященные маршалу Советского Союза Александру Василевскому, дважды герою Советского Союза, кавалеру 2 орденов Победы. Он координировал и руководил военными операциями в Великую Отечественную войну и в войну с Японией. Наверное, я выбрала эту тему, потому что хочу, чтобы все люди знали о том, что надо помнить своих героев. Каждый школьник принес на чтение свою историю. Всего в 40-й школе собралось более 100 учеников из разных уголков Самарской области. Патриотическое воспитание – самое главное, наверное, в настоящее время. Мы должны помнить, мы должны чтить. Чтение говорит о том, что молодые люди изучают историю, историю своего края, историю государства. И когда они между собой поделятся, еще больше кругозор у них расширится. Победителей выбирало строгое жюри из преподавателей и ветеранов. Сергей Кизоркин, Семен Безгинов, Василий Колдашов. События.